Вот. Это тебе от Виктора. От Виктора? Да. Спасибо. Вот внуки тут. Где сейчас? Стоят. Баба пошла, что-то по городу говорит, хмурится. Погода не хмурится. Очень даже хорошая погода. У нас, да. Сегодня. А что ты сердишься так? Ты громче разговариваешь маленько? Да. Пока у нас скромный, тут я иду стол, народу никого нет. Да, но, возможно, попозже кто-нибудь и подтянется. Подтянется. Вот где-то взялся за пузырь уже. Все, подразлив. Ну, дело пошло. Щукарев у нас в отъезде в Москве. В отъезде, как под крещением, дал Бог. Как явится, мы еще тут сядем. Так. Устроим застолье. Ну, а пока вот так. Парочку, да-да. Мы будем встречать дедово 60-летие. Вот. Так, идут приготовления. Так, все, камера снимает. Все. Ясненько. Так, ну что, попробуем? Ну давай, сынок. Я налил. Ты налила? Ну, уже. А где так, пробуем? Подожди, сейчас еще мы положим. Вот. Давай, Вас. Давай, Казочку, эти попробуем. Рыбочки? Твои же рыбочки. Слава, солил. Так, попробуем сейчас. Рыбочки, все это. Тут ломошечки, да? Ломошечки. Ну, ты же не и еще прошлогодняя банка. Ножки нет? Ножки. Что-то вот сегодня порублены все. На Зименке горело у нас возле Шахтерского дома. Загалин мне говорил. Не слышал, Ваня, ничего про пожар. Сынок, не залез в рукавом в этот. Так, ну ладно. А дорога была перерыта. И 131-й так, ладно, ну, давай. Ну ладно. Деда, давай. Ладно, я поздравляю тебя. Спасибо. Давай. Спасибо за рождение. Давай, Волк. С днем 60-летия. Дай Бог здоровья. Давайте, мои хорошие. Вон, камеру смотрите. Дай Бог и вам. Я имею в виду, что это здоровье. Ваня. Простите. И это. Будьте умницами. Давай. Всего тебе хорошего, здоровья, счастья. Тебе не пить, не курить, как можно побольше. А остальное, я думаю, все приложится. Ладно. Тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо, сын. Все, я пью за твое здоровье. Спасибо. Ладно, давай сейчас. А потом за Сашку выпить. Он в дороге где-то у нас, наверное. Он еще из Москвы не выехал. Не, я понял, уехал. Да, Ванечка, зарубила его, он дерется шибко. Всех курочках поободрал уже. Одна на ноги упала. Я пока всех не замучил, я ему приговор сделал. Болит его, забил. Когда бабушка? Ну, так где. Вот и закончилось дедово день рождения. Тихо и скромно. Ни песен, ни плясок, ни гостей никого нет. Просто ей такие гостики сказала. Дед одни бациллы курит и все. Вот,
помрет, ты видишь у меня. Вот так, ну ладно. Будем мы пробираться домой.